Ну, ты знаешь, я был очень популярен в школе. Вообще-то ты был популярен тем, что ты был лузером. Эй, вообще-то это было в начальной школе. Но все же интересно, как те идиоты сейчас живут? Егор, ты забей ты на них. Забыл, как я прикрывал тебя постоянно. Слышь, Степан Баран, хватит делать вид, как будто ты здесь крутой. Чего? Сам Баран, я тебя так много прикрывал, что даже шрам получил. Папа! Солнышко, что случилось? Меня бабай хочет украсть! Солнышко, это же твой лучший друг. Кстати, бро, какое сейчас время? Сейчас уже 19:55 вечера. Мне же жена сказала прийти в 19:30. Солнышко, нам пора прощаться. А можно еще чуть-чуть? Солнышко, нам пора идти, и никаких чуть-чуть. Пап, ну можно нам еще немного поиграть? Сынок, нам тоже пора идти домой. Боже, какие вы милашки. Идите еще погуляйте. Ура! Ты че, придурок? Какое еще? Ну все, пипец мне от жены. Мне тоже вообще-то. Ну ничего страшного, ты его прикроешь. Ну как всегда. Слухай, меня это напрягает. Уже так поздно, а их нету. Пошли искать их. Ну что, лучшие друзья навеки? Да! Эй, голубки! Мне уже пора. Пока. Вот ты где, мое солнышко. А я думал, что с тобой что-то случилось. Ну что, пошли домой? Поноси на спинке. Хорошо. Запрыгивай. Держись крепко. Может, не надо? Надо, Стефан, надо. Ну, мне стыдно будет так ходить. Может, давай другое задание, а? Нет. Эй, бро, даров. Здоров, Виктор. Привет, Ларри. Привет, Виктор. Слушай, Ларри, мне с Виктором нужно отойти ненадолго. Ты не против? Нет, конечно. Подождешь нас здесь? Да. Хорошо, подожди, мы скоро. Вот только посмотрите, кто это. Годы идут, а ты не меняешься. Чего тебе надо? Может, вступишь в нашу компанию, мы как раз тебе стиль изменим. Не хочу в вашу ужасную компанию вступать! Слышь, я сейчас сделаю твое лицо прекрасным. А ну-ка, стой! Куда это ты собралась, а? Стефан! Бро, ты в порядке? Какого черта ты орешь? Чил, какого хрена ты к ней лезешь? Так вот, кто это Стефан? Ну что, это все? Ребята, идите. Мне сейчас не до тебя. Это же ты тот самый, за которым девочки сохнут. Ну да, а что? Просто настанет такое время, что ты станешь мусором. И так продолжалось каждый день, неделями, месяцами и годами. Эта четверка что и делала, что издевались над Ларри. Но Ларри не могла пойти к директору и пожаловаться, потому что боялась, что будет хуже для нее. Но ее всячески защищали ее лучшие друзья. Стефану это надоело, и он их предупредил, что в следующий раз им будет хуже. И эта четверка захотели проверить, что их будет поджидать, если они полезут к Ларе.
Чувак, это не слишком перебор? Да нет, мы ее всего лишь напугаем этим. Пошли. Даже не думай что-то сделать ей этой штукой. Хорошо, ей я ничего не сделаю, а тебе сделаю. Стефан! Я предупреждал. Чел, я предупреждал. Не бойся, я девочек не бью. В итоге этого той самой исключили из школы. У Стефана оказалась глубокая рана, пришлось зашивать. Ребята из компании извинились перед Ларри. 2 года спустя. Тихо, тихо, я телефон чуть не уронил. Привет, коротышка. Кстати, пока я тебя ждала, я переписывался с одной девочкой. Она из соседней школы. Вот, смотри, это она. А ты ее знаешь? Нет, я впервые ее вижу. Так значит, она тебе нравится? Ну, что-то типа того. Здорово, бро. Здоров. А ты где сейчас? Ну, я тут где... Алло, ты где, тварь? Дина? О, Ларри, приветик. Привет. А вы где сейчас? Мы в центре, около кафешки. Понятно. А теперь? Пошли быстро в школу, а то получите... Что-то там. Ок. Ладно, посмеялись и хватит. Пошли уже. Ларри, хара ржать! Пошли уже, коротышка. Эй, подожди меня! Здоров, бро. Здоров. И тебе привет, Ларри. Да, привет, Виктор. А где Дина? Куда-то отошла. Ага, попалась. А ну-ка, ко мне передом. О, боже, какая ты сегодня красивая подруга. Боже, отойди от меня, я тебе не знаю. Ладно. Эй, что смешного? Так это звонок? Я думала, что до кого-то так звонят. До следующей перемены. Пошли. Ну и где они? Спроси что-то полегче. У тебя есть краш? Нет. Да ну что, серьезно? Да, прикинь. Да ты шутишь. Да отстань ты от меня, никто мне не нравится, понятно? Ок. Извините, что задержались. Он просто с телефона не вылазил, переписывался с какой-то девчонкой. Еще и учитель отчитал за то, что сидит в телефоне. Слышь, про себя не забывай, ты вообще урок срывал. Чего? Я такого никогда не делал. Так тебе нравится Стефан, да? Нет. Тогда почему ты покраснела? Эй, тебе что, говорить нечего? Да ладно, остынь. Я пошутила, отпусти меня. Бро, у тебя что, есть девушка? Да нет. Так, так, а ну-ка давай рассказывай, кто она. Ой, подумайте, нравится она мне и что? Как ее зовут? С какой школы? Красивая? Я, пожалуй, пойду. Какие оценки сегодня получил? То нормальные.
Только и старичка 2 поставила. Ненавижу ее. Кстати, а как зовут ту девочку, которую ты мне показывал? Ее зовут Анжелика. Долго общаетесь? Да, есть немного. Как ты думаешь, она согласится быть моей девушкой? Думаю, да. Ну где же Стефан? Стефан? О, Ларри, ты вовремя. Знакомься, это Анжелика, про которую я рассказывал тебе. Анжелика, а это моя лучшая подруга Ларри. Приятно познакомиться. Взаимно. Стефан, ну что, пошли? Да, конечно. Мне пора. До встречи. Пока-пока. А что она здесь делает? У нее там учится подруга, и она ее ждет. Понятно. Я заметил, что ты в последнее время какая-то грустная. У тебя что-то случилось? Да нет, со мной все в порядке. Ладно. Привет, кушать будешь? Не хочу. Мам, а когда брат вернется? Точно не могу знать, но, скорее всего, он приедет летом. Понятно. Братик, поскорее бы ты вернулся. Привет, ты чего не отвечаешь на звонки? Эй, коротышка. Жду от тебя ответа. Ты что, меня игноришь? Привет, прости, что не отвечала, я была в душе. Понял, принял. У меня есть новость. Я только что гулял с Анжеликой, и я предложил ей встречаться, и она согласилась. Поздравляю, я за тебя рада. Спасибо, коротышка. Хватит называть меня коротышкой. Скинь, пожалуйста, ее фото, которое ты мне показывал. Зачем? Ну, скинь, пожалуйста. Лады. Спасибо. Ты что-то хотела мне показать? Вот, смотри, ты ее знаешь? Конечно, знаю, ее все знают. У нее было так много парней, что даже больше, чем мне лет. Даже парни избирают ее. Мне их даже жалко. Стоп, а как ты про нее узнала? От Стефана узнала. Он предложил ей встречаться. Короче, его дело. Он сам пожалеет, что замутил с ней. Она его к лучшему не приведет. Ну, как вы там? Кто? Ты и Анжелика. А, так ты про нас? Ну, у нас все хорошо. А ты слышал слухи про нее? Я-то слышал, но я в эти слухи не верю. Она просто обычная, красивая, милая девочка. Может, ты ее проверишь, чтобы убедиться, что слухи только врут? А тебе что-то в ней не нравится?
Нет, не нравится. И что же тебе не нравится? То, что ты с ней встречаешься. Не вижу здесь ничего плохого. Не видишь? Но она тебя к худшему приведет и будешь жалеть. Задолбала. Какое тебе дело до наших отношений? Если думаешь помешать нам, то даже не мечтай. Домой сама дойдешь. А что у тебя с Ларри случилось? Да так, поссорились. А из-за чего? Да она что-то говорила насчет моей девушки. Не знаю, что она там про нее говорила, но она говорила правду. Да ну, чувак, ты что, тоже думаешь про нее так же, как и все? Да, прикинь. Да задолбали вы уже все. Слышь, урод! Чего тебе надо? Ты что, решил свою лучшую подругу променять на какую-то девочку? Ты что, дурна? Что ты вообще такое несешь? Сам дурной, обидел свою подругу. Эта твоя девушка ни к чему тебе не приведет, дебил. Вот он, урод, променял нас. Я бы даже ему врезал. Так врежь. Ларри, ты в порядке? Я в порядке. Ларри, ты же его любишь, да? Как друга, то да. Нет, я имею в виду не как друга. Ты же его любишь больше, чем друга. Ой. Не поняла? Я пойду догоню ее. Хорошо, иди. До встречи. Ларри, подожди! Что такое, Дина? Ну, ты не ответила на мой вопрос. Да. Что да? Я отвечаю на твой вопрос. Да. Подруга, я тебя понимаю, это очень больно для тебя. Но если он так поступает, какой он уже друг? Пройдет время, он захочет вернуться к тебе. Ничего, я его прощу. Нужно же давать еще шансы. А знаешь, ты не одна такая. В смысле? А кто еще? Ну, я. Ой, да что ты, тебе тоже кто-то нравится? Ну да. И кто же это? А я тебе не скажу. Эй, так нечестно! Что это за звуки? Вор? Черт, я же дома одна. Ауч. Коротышка, это я, а не вор. Стефан? Ты в порядке? О боже, да ты пьяный. Прости, ты была права насчет ее. А что у вас случилось? Она мне изменила. Стефан, может, ты скинешь свои кроссовки? А, да, прости. Ну что, рассказывай. Что? Где взял алкоголь, тебе бы не продали. Да у меня там знакомый есть, которому 19. Я так понимаю, ты из-за Анжелики так налакался. Что с ней будешь делать? Расстанемся, конечно же. У меня нет желания возвращаться к ней. Понятно. Что он пялится так на меня? Хватит на меня пялиться, идиот! Иди ко мне. Стефан, это не слишком для лучших друзей. Нет, это как раз-то нормально. Еще раз прости за все, что я сделал, такого не повторится. Что такое? Ларри, почему он здесь? Говори давай, что должен. Ребят, простите за все, что я сделал. А что это у тебя с Анжеликой случилось?
Она мне изменила, и я с ней расстался. Ты правильно сделал, что расстался с ней. И самое главное, что ты вернулся, бро. Давай я тебя обниму, дурачок. Вот пример настоящих друзей. Происходит избиение. Бывает. Давно хотел это сделать. То за что? То за все. Ну ладно, я заслужил. О, ребят, гоу после школы в МАК за мой счет. Я только за. Я тоже за. Боже, я так хочу еще что-нибудь покушать. А у меня пончик есть. Дай мне. Нет. Эй! Позволь мне все объяснить. В чем дело, чувак? Анжелика написала. Игнор ее, а то будет умолять вернуться к ней. Снова они ссорятся. Пожалуйста, дорогой. Алло? Привет, коротышка. Приветик. Можешь выйти ненадолго? Так ты еще не нагулялся? Нет. Ладно, выйду. Мне и так дома нечего делать. Ты где сейчас? В парке на лавочке. Ты меня увидишь. Окей, скоро буду. Ты что, уснул? Нет, не уснул. Рассказывай, что у тебя случилось. Да, что-то родители снова ссорятся. Не хотел слышать их, вот и ушел. Правильно сделал, что ушел. Ну, пожалуйста, дорогой. Достала уже. Давай я и напишу. Пошла на... Ой, что? А я в шоке. Не понял. Не понял. Короче, и она такая. Ну, пожалуйста, прости меня. Я просто была тогда пьяная. Такого больше не повторится. Ну, прости меня. Смех-то и только. Одна ржака просто. Ларри! Когда ты уже признаешься Стефану? Ну, я не хочу ему это говорить. Ой, да не парься ты так, я тебе помогу. Слышь, а ты когда Виктору признаешься? Что? Ну же, когда? Никогда. Чего? Мы как те две дуры влюбленные. О, у меня есть прекрасная идея. Опять что-то придумала идиотское. Нет, идея заключается в том, что мы признаемся в один день. И как? Ну, если хочешь, можешь ему записку записать, а я после тебя в лицо скажу. Ладно. Привет, иди сегодня без меня. Привет, хорошо, как скажешь. Ну где же она? Приветик. Я тоже в шоке с такого наряда. Во мне что-то не так? Это не слишком открыто для тебя? Да нормально. Я так вижу, ты даже юбку одела. Заткнись, эта сестра заставила одеть это. Записку написала? Угу. Ну давай, ставь.
Доставь уже, мы на урок опаздываем. А теперь на урок, быстро. Ты уверен в этом? Конечно, балбес. Мальчики. Вау, Дина, давно я тебя в юбке не видел. Слышь, куда это ты уставился? В потолок. Бро, гоу к моему шкафчику, мне там нужно кое-что забрать. Ок, девочки, вы с нами? Мы вас здесь подождем. Хорошо. О, господи, волнительный момент. Ну все, я покойник. Если хочешь жить, пошли в другое место. И куда же? Пошли давай, пока он еще не прочитал. Так урок же, блин, вы же опаздываете. Боже мой, они забыли. Так, побудь здесь немного. Ты же ему не скажешь, где я? Конечно, не скажу. Да кому ты врешь? Прямо в глаза, лапшу на уши вешаешь. Все, будь здесь. Взяла и ничего не сказала. Чё за... Чувак, походу ты кому-то от души нравишься. Ой, да заткнись ты. Если это будет моя бывшая, я офигею. А если кто-то другой? Кто это ни был, в ответ ничего не скажу. Знакомый почерк. Да? Ну покажи. Ладно, не смотрю. Ларри? Эй, подожди меня! Он что, там читать не умеет? Что так долго? Дина? А где Ларри? Она же была с тобой. Она ушла по эту сторону на крышу. Я же говорил... Все. Ну ладно, ладно, ты хорошая подруга, мне нравится. Так. Идиот чертов, что вообще было в той записке, что он так сорвался? Так ты еще ничего не знаешь? Тогда я тебе расскажу. Ларри, вот ты где. Ты что-то хотел? Да, хочу у тебя кое-что спросить. Подними голову. Это же твое? Угу. Очень рад, что это ты, а не кто-то другой. Ведь я тоже тебя люблю, коротышка. Мне скучно. А сейчас будет весело, потому что они уже идут. И как все прошло? Отлично. Вот видишь, а ты боялась. Боялась? Да я там чуть не сдохла, а ты мне солгала, что не скажешь ему. О, а помнишь наш договор? А может, не надо? Надо. Тебе же есть что сказать Виктору? Нету. Тогда я сама ему скажу. Даже не думай. Тогда удачи. Виктор, ты мне очень сильно нравишься. Ой. Слишком близко. Ты мне тоже очень нравишься. Ну все, все. Это просто канон. Все, конец. Спасибо за просмотр. Что такое, Стефан? Стефан?
Слушай, Ларри, ты мне всегда была лучшей подругой. Станешь ли ты с этого дня моей девушкой? Да. Не понял? Папа, я тебе все могу объяснить. Какой еще папа? Братик! Так подросла, что непривычно тебя видеть. Даров, давно не виделись. А ты кто? Слышь, давай не притворяйся, что не знаешь. А, вспомнил. Вау, а ты сильно подрос. А ты что-то другого ожидал? Нет. Может, бухнем? Ну, давай. Какой бухать? Ну, коротышка, мы немного. Нет. О, кстати, вы что, встречаетесь? Да. Я за вас рад. За это нужно бухнуть. Пошел далеко, алкаш чертов. Она меня любит. Ну, видно. И почему девочки так долго собираются? Они для этого созданы. Только заговорили про девочек, и вот они.